Друзья, всем привет. Сейчас давайте еще подождем 3 часов, вот и будем начинать. В чатике напишите, хорошо ли меня слышно. Отлично, отлично, вижу первые комментарии. Пока мы ждем, пока еще люди подключатся, давайте расскажите о себе, расскажите, какой у вас опыт в IT. Мне будет интересно узнать вообще, с кем я сегодня буду вести трансляцию, вот. И чтобы как-то стараться на одном языке с вами говорить, где-то, может быть, более понятно и разъяснять что-то, или наоборот, все будет понятно. Расскажите о своем опыте. В общем, давайте, друзья, начинать. Меня зовут Плотников Влад. Я студент МГТУ имени Баумана. Первый курс, факультет информационных технологий. И мне 19 лет. Вот. Я такой же, как и вы, участник различных хакатонов и кружкового движения, и различных других хакатонов, очень много каких конкурсах участвовал, где-то получалось, где-то не получалось. Вот и, собственно, уже как раз-таки в этом возрасте я решил как бы заниматься, ну, различными проектами, вот, именно на первом курсе. И сейчас вам тоже расскажу о них. И вообще, как бы тема моей презентации будет чат-боты как альтернатива приложениям. Вот, собственно, план мастер-класса будет такой. Я расскажу про свои реальные кейсы, то есть мои проекты, которые я вот в последнее время, над которыми я в последнее время работал. Поговорим про проектирование чат-ботов, про различные архитектурные, различные технические решения в организации там, связи сущностей, организации баз данных и так далее. Вот. Немного проговорим про продуктовое позиционирование, потому что я считаю, что это тоже очень важно, поскольку любой программный продукт должен иметь какой-то смысл и нести какую-то пользу потенциальным юзерам. Поэтому, собственно, именно при разработке любого продукта как раз-таки важно и говорить еще об этом. Вот. И в конце мы сделаем собственного чат-бота, прикрутим туда нейросетку, вот, и будет такой rocket science. Конечно, это ирония. Вот. Собственно, мы будем, значит, делать чат-бота для мессенджера Telegram. И прикрутим нейросетку для классификации котов и собак. Вот, то есть такой пример взаимодействия технологий. Вот, это рассмотрим. Собственно, я вообще Data Scientist в команде Outliers. Это такая импровизированная быстрая команда. Среди нас хакатонщики, стартаперы, сотрудники крупных IT-компаний, студенты. Вот, у нас у всех разные возраста и разные сферы компетенций. У нас есть и продакт-менеджеры, бизнес-аналитики, iOS-разработчики. И мы, в общем, разрабатываем продукты. Продукты различной степени сложности. В частности, специализируемся на предиктивной аналитике, на различных решениях, связанных с искусственным интеллектом, на решениях, связанных с рекомендательными системами. Вот. И пытаемся улучшать бизнес-метрики
заказчика. Вот, собственно, outliers — это термин именно из математики, из математической статистики. Есть такой термин, как выбросы, выбросы в данных, то есть отклонение от нормы. И, соответственно, вот как раз-таки мой жизненный путь и жизненный путь нашей, членов нашей команды подтверждает то, что мы как бы очень сильно отличаемся от стандартных школьников и студентов, потому что в раннем возрасте уже начали создавать какие-то свои компании, продукты, бизнесы, и, в общем, что-то получается, что-то нет. Вот сейчас я вам про это и расскажу. Собственно, про реальные кейсы. Чат-бот для тендерной площадки. Мы... Это последний наш проект. Собственно, мы разработали в платформе Telegram, мессенджер Telegram чат-бота по запросу тендерной площадки. Вот, собственно, проанализировали, во-первых, необходимость в этом ресурсе коммуникации. То есть цель создания чат-бота — это альтернативный канал коммуникации с клиентами. И как бы был запрос тендерной площадки на это. Соответственно, здесь какая история? Пользователи, условно поставщики, они всегда на сайте, в веб-приложении мониторят новые тендеры, да, новые процедуры и принимают решение, участвовать в этой процедуре или нет. Соответственно, мониторить сайт не всегда удобно. И, соответственно, как бы площадка решила увеличить охват, увеличить вот именно присутствие свое на различных ресурсах и мессенджерах. И, соответственно, вот было решение сделать такого чат-бота. Собственно, здесь вы можете видеть на скриншоты некоторые. Вот первый скриншот — это менюшка. То есть тут вот основные три функции. То есть рекомендации на основе истории, рекомендации на основе фильтров и настройки. В настройках пользователь указывает различные параметры. Вот, соответственно, вы можете видеть настройка ключевых слов, настройка регионов, именно для, вот, для рекомендаций на основе фильтра. Вот, и, соответственно, вот последний скрин — это уже отдельный бот, который предоставляет полностью статистику по использованию основного бота пользователями. Соответственно, вот здесь как бы считаются, агрегируются основные показатели пользовательские, это такие как новые пользователи, активные, заполнением личных кабинетов, сколько было запросов на рекомендации, вот, и так далее. И, соответственно, это помогает вот нам анализировать вообще трафик и смотреть, насколько, какая динамика у нашего продукта. Вот. И что хотелось отметить, именно в этом чат-боте вот, взаимодействие пользователя с этим чат-ботом происходит через кнопки, которые вот вы можете видеть как раз-таки на этих скринах. Это кнопки, они, получаются, на самом деле, очень сложно. Мы прям очень долго думали над тем, как пользователь будет взаимодействовать с ботом, да, и решили все-таки использовать такие кнопки, и они за собой, то есть, подчищаются постоянно, то есть у нас они не дублируются, как нету такого, что в чатике у нас будет очень много менюшек. То есть логика сохраняется на протяжении всего пользовательского опыта в том, что у нас всегда вот в текущий момент времени только одна плашечка с кнопками. Вот, соответственно, это вот такой вопрос, опять же, продуктовый, то есть как именно сделать так, чтобы пользователю обычному было удобно использовать интерфейс вот именно в виде чат-бота, а не какого-то мобильного приложения или веб-сервиса. Вот, собственно, второй проект, над которым мы очень долго работали, наверное, с декабря прошлого года, это рекомендательная система. Рекомендательная система на основе искусственного интеллекта. К сожалению, искусственный интеллект — это такая тема, что что-то продемонстрировать и показать, вот как, например, можно это сделать с мобильными приложениями или сайтом, нельзя, поэтому мы показываем всегда какие-то метрики, графики. Вот, и, собственно, суть какая была? Опять же, это про тендерные закупки. И нам надо было, значит, научиться пользователям
поставщикам рекомендую, ну, подбирать подборку таким образом, на основе их истории, подбирать те процедуры, которые релевантны им. Соответственно, здесь мы использовали технологии машинного обучения, мы использовали здесь, значит, подходы для работы с текстами, Natural Language Processing. Я думаю, вам уже на стримах кружкового движения рассказывали про обработку естественного языка. Соответственно, мы сформировали векторы интересов на основе Word Embeddings и уже начали различным матаппаратом, включая нейросети, включая различные, там, допустим, косинусное расстояние, да, анализировать и подбирать процедуры, наиболее релевантные вектору интереса пользователя. Соответственно, как бы все это хорошо, математика, наука, какие-то сложные слова, но в чем, собственно, профит, в чем, как бы, польза бизнесу? А польза бизнесу в том, что эта площадка, тендерная площадка, она производит e-mail рассылку. И в e-mail рассылке отправляется подборка актуальных процедур. И, соответственно, нам надо было увеличить open и click rate. Вот. И, собственно, вы можете видеть на графике, здесь у нас периоды, вот это в неделях разбивка у нас, то есть как вот группа А и группа Б себя вела, то есть как бы результаты АБ-теста. И можем заметить, что синий график, он выше оранжевого. Это как раз-таки синий график, это наш алгоритм, наша система, которая вот соревновалась на протяжении больше месяца соревновалась с существующим алгоритмом, который был в этой компании. Вот. И, собственно, по open rate, то есть открываемость писем, наши показатели выше на 12%, а по клику наши показатели выше на 11%, что, в принципе, очень хороший результат для такой задачи. Вот. И, соответственно, да, то есть именно как бы результат АБ уже может говорить непосредственно о том, что вот алгоритм прошел какую-то, да, тест такой, именно боевой тест, вот. Потому что я много участвовал в различных хакатонах, и в хакатонах участвовал от Сбербанка, от НТИ кружкового движения, и всегда попадалось так, что нам давали синтетические данные. Нам давали данные, например, там, вот я последний хакатон, в котором я участвовал, мы предсказывали Dota 2, то есть победит команда из Dota 2 или не победит, вот. Соответственно, там был тоже очень такой подход, серьезный, именно с точки зрения машинного обучения, мы анализировали кучу признаков. И на самом деле вот такие контесты, чем плохи, тем, что там бывают, да, синтетические данные, и эти данные никак, как бы, с реальным миром не связаны. А вот этот кейс, как бы, именно подтверждает то, что интереснее разрабатывать системы, которые сразу выходят в продакшн и которые реально вот как-то коррелируют и вот зависят от внешнего мира. Вот. И меня это очень сильно мотивировало вот в данном проекте. Вот. Ну и последний, наверное, проект, о котором я бы хотел вот именно в рамках этого вебинара рассказать, это чат-бот для PhotoHolst. Собственно, пока я был школьником, в 10-11 классе мы вместе с моим другом запустили тоже такой начальный микробизнес, вот, собственно, печать фото на холсте, то есть отладили все бизнес-процессы. И, в общем, ну, все нормально развернули и рекламную кампанию, отработали все процессы от поиска клиентов до уже непосредственно, как бы, выдачи и оформления всего. И, соответственно, у нас в нашем процессе было узкое место. Узкое место заключалось в том, что мы очень долго принимали заказ, потому что человек отправляет фотографию, и он эту фотографию хочет видеть, ну, у себя вот условно на холсте, да, физическом, распечатанную, и разные размеры бывают. И вот процесс состоял в том, что, например, я вот ответственный за часть именно обработки фотографии и отправки в типографию. Вот, я, значит, постоянно в фотошопе искал эти пропорции и писал своему партнеру, который отвечал за обработку, чтобы он, ну, как бы, чтобы клиент, да, выбрал подходящий размер. И это занимало очень долго времени, и мы решили все-таки оптимизировать этот процесс таким путем. То есть я создал чат-боты, вот, который
пропорции фотографии, длину и ширину вот в пропорциях сопоставляет, собственно, и выводит все оптимальные размеры в сантиметрах этой фотографии. И вот этот вот кейс, вообще вот это вот внедрение этой технологии как чат-бота в этот бизнес-процесс ускорило обработку клиентов в 15 раз. То есть, понимаете, это настолько сэкономило время, это настолько высвободило ресурс внимания и фокуса, что мы просто радовались вообще. То есть, ну, то есть это прям такой level up был в нашем вообще представлении мессенджеров. На тот момент это был вот как раз-таки 19-18 год. И реально ощутили всю пользу и мощь вот оптимизации. Соответственно, дальше допилил функционал еще именно агрегирования информации о заказе. Ребят, меня слышно? Напишите, пожалуйста, плюсик, что-то чат молчит. Вот, я надеюсь, меня слышно хорошо. Отлично, отлично. Вот, собственно, дальше мы прикрутили еще функциональность агрегации информации о заказе, и уже все писалось в единую базу. В течение там, вот сколько мы работали, у нас как бы есть вся история, например, про то, кто заказывал, какой размер, какая предоплата. То есть мы можем тоже посчитать, допустим, какие-то бизнес-метрики, смотреть, как наша прибыль варьировалась от месяца к месяцу. И, в принципе, это тоже как раз-таки интересно. Вот. Давайте тогда сейчас поговорим про проектирование чат-ботов. Вот сейчас вы можете видеть на экране, значит, схемку. Схемка общая, то есть как бы стандартная для всех вообще, для проектирования любых систем, собственно, связанных с интернетом. То есть вот у нас есть условно несколько, две сущности, да, это обработчик запросов и функциональный модуль. Под обработчиком запросов вы можете считать прослойку, например, в виде API Telegram условно того или API Facebook, вот, которая просто служит таким посредником в получении и передаче какой-то информации. Вот, собственно, когда мы, допустим, пишем какой-то запрос, вот, мы этот объект запроса передаем в обработчик запроса. На обработчике запроса происходит маршрутизация и валидация. Валидация состоит в том, что мы, допустим, проверяем, ввели мы, допустим, символы, которые требуют это поле, или просто корректно ли вообще у нас ввод, проверка корректности ввода. Соответственно, дальше обработчик запросов маршрутизирует эту информацию уже как бы на функциональный модуль в виде как бы информации из запроса. Соответственно, функциональный модуль, он осуществляет обработку. Так, я чатик еще параллельно читаю. Вот Грам 39 спрашивает, а можно рассказать про спортивное прогнозирование? Ну, поясни, пожалуйста, что ты под этим термином понимаешь. Может быть, программирование спортивное? Не совсем понимаю тебя. Вот. Собственно, да, вернемся к функциональному модулю. Функциональный модуль уже непосредственно обрабатывает эту входящую информацию. Там может быть условно нейронная сеть или какой-то сложно вычисляемый алгоритм, который, допустим, требует больших ресурсов затрат. Вот. И, соответственно, как только функциональный модуль у нас отработал, у нас происходит дальше возвращение этой информации на обработчик запросов. И, соответственно, обработчик запросов уже сам решает, в какую условно информационную среду отправлять как бы результат нашей работы. Соответственно, уже обработчик запросов наш отправляет, да, сообщение в виде какого-то результата обратно, например, нашему клиенту. Вот, собственно, как связать эти блоки? Существует такое понятие, как REST, REST API. Это некий архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети. Чаще всего представляет HTTPS-запрос. Существует такой HTTP-протокол. Это протокол прикладного уровня модели ISO, оси ISO. Вот, собственно, он передает, значит, гипертекст, да, протокол передачи гипертекста. Вот. Соответственно, с помощью этой функциональности
можно реализовать как бы именно обмен информацией между составными сущностями, да, на нашей любой информационной системе. Существует четыре вида запросов. Это GET-запрос, это получение ресурса, получение информации какой-то, POST, то есть отправка или создание, да, какого-то ресурса, PUT, обновление, то есть, допустим, мы перезаписываем нашу базу, и DELETE, то есть удаление, допустим, какого-то поля из базы. Вот, соответственно, с помощью этого набора сетевых технологий мы можем как раз-таки организовать связь всех компонентов нашего приложения, да, или даже большой системы. Вот, кстати, еще хочу отметить, что, опять же, мы будем разрабатывать на Питоне, я как бы по большей части разрабатываю чаще всего на Питоне. Существует библиотека Requests, вот, и как раз-таки она позволяет делать на Питоне вот все эти запросы. Вот. Давайте теперь еще поговорим немного про архитектуру. Вот вы поняли, да, что как бы вот у нас есть несколько сущностей, но чтобы это все вся эта машина завелась и работала, необходимо продумать очень хорошо логику взаимодействия всех компонентов. Поэтому вот как раз-таки, когда мы говорим об этом, выходит на первый план база данных. Вот, и все мои вот проекты, о которых я говорил, они базируются на базе данных PostgreSQL. И, собственно, в этой базе данных существуют таблицы. Таблицы какие могут быть? Например, активные сессии, или таблица пользователей, или таблицы условно под какую-то конкретную вашу задачу. И, соответственно, вся коммуникация этих составных блоков сводится к тому, что наш бот SQL запросом, допустим, записывает какие-то данные в таблицу. Условно новый логин, условно новый пользователь, да, вот у нас появился в системе, нам надо как-то его, в общем, как-то его обработать. Мы, допустим, идем в базу пользователей, пишем его айдишник, пишем какую-то информацию, которую получили о нем на входе, и, соответственно, с ней уже в дальнейшем работаем. Вот, и, соответственно, и функциональный модуль. Функциональный модуль тоже взаимодействует с базой данных. Функциональный модуль представляет из себя некий цикл. Даже не то, что некий цикл, а несколько циклов, да, которые, допустим, будут опрашивать различные базы на изменение состояния. И, соответственно, благодаря этому мы как раз-таки и можем обеспечить полноценный переход информации вот от всех составных блоков и, соответственно, обмен. Вот, то есть, если мы пойдем, например, вот я человек, да, я ввожу какую-то информацию в нашего бота. Вот, соответственно, ну, условно, я зарегистрировался, я новый пользователь. Я, получается, вбиваю какую-то информацию, да, о себе, ну, условно, нажимаю команду старт. Вот, бот обрабатывает это действие и пишет в базу SQL запросом, например, новый пользователь, добавить в такую-то таблицу. Соответственно, потом функциональный модуль, ну, вот какую-то функцию он выполняет, например, уведомление там через несколько минут, да, о том, что, ну, условно, как бы все что угодно там может быть, и получается функциональный модуль опрашивает на изменение эту базу. И, например, да, действительно появился новый пользователь, и, допустим, мне уже какое-то действие, собственно, выполнится, и, допустим, мне придет какое-то уведомление. Вот, как раз функциональный модуль за это отвечает. Примерно понятно взаимодействие блоков или есть вопросы? Ребят, задавайте. Вот, я с радостью читаю чатик, вот и готов отвечать. Гарм39 пишет: «Нет, ты говорил про прогнозирование команд через ИИ». Да, это был, собственно, хакатон от Сбербанка. Вот, если интересно, я могу где-нибудь ссылочку кинуть. В принципе, это очень такая интересная задача. И как бы решая вот подобного рода задачи в школьном возрасте, я как бы и познакомился с искусственным интеллектом, с алгоритмами, понял вообще, для чего это надо, вообще в чем ценность. Поэтому, если интересно, я могу об этом либо подробнее рассказать, либо можешь написать мне. Я позже оставлю ссылочки в социальных сетях. Вот. Ну, вижу, вопросов нет, поэтому давайте продолжим дальше. Собственно, очень важная тема в проектировании, в создании чат-ботов — это UX.
UX это дословно переводится как опыт пользователя, то есть пользовательский опыт. Важно на этапе планирования, на этапе вообще, да, на этапе планирования, на этапе, когда мы архитектуру как-то планируем и придумываем, указать вот именно пользовательский опыт, то есть конкретно последовательность блоков и действий, вот, которые пользователь, собственно, может делать вот в вашем приложении. Соответственно, здесь вот как раз-таки вы можете видеть первую версию бота, который я рассказывал про тендерную площадку. Вот, соответственно, вот такие схемы бывают. Бывают схемы очень раскидистые и большие, потому что там происходит вот много ветвлений. Вот вы можете видеть, что вот тут, например, ветвления, да, различные присутствуют. Вот. Поэтому вот так. И еще, конечно же, схемы. Схемы — это наше все, потому что важно не только как бы писать код, но еще и планировать, потому что планирование, оформление в схемах продукта какого-то программного — это первый шаг, необходимый вообще при создании любого сервиса или продукта, который, собственно, позволяет нам как-то структурировать и систематизировать наши идеи, нашу функциональность вот в каком-то виде таком конечном, понятном, собственно, чтобы потом, например, вот мы фигачим код неделю и просто, ну вот, забыли логику, либо логика как-то все равно, вот когда тем более разрабатываешь команде, очень сильно теряется какая-то вот эта вот тонкая нить продукта, то есть конкретно какие блоки мы используем, какая вообще логика взаимодействия. Вот. И поэтому в схемах оформлять продукт — это прям важно и надо. Поэтому приучите себя вот с раннего возраста планировать разработку заранее. Вот. И здесь тоже схемы. Схемы относятся, опять же, к боту про тендерную площадку. Соответственно, здесь вот вы можете видеть, на первой схеме это просто логическое разделение доступа для мониторинга. То есть, условно, есть там база. И, например, мы хотим одним сотрудникам давать, допустим, доступ просто к аналитике, а другим, например, сотрудникам, то есть, ну, давать доступ к управлению, мониторингу ботом. То есть я там условно вмешиваться как-то оперативно в работу бота, где-то, допустим, перезагрузить или наоборот посмотреть лог, да, например, запросов. Вот, поэтому так. И вторая таблица — это просто таблица баз данных. Опять же, вы можете видеть таблицы, несколько таблиц, да, у нас. У них, значит, есть повторяющиеся поля, то есть, да, везде вот видите, есть ID, и, соответственно, по этим таблицам тоже происходит условно связь, например, там каких-то блоков, да, до функции. Например, мы хотим сделать рекомендацию на основе искусственного интеллекта, вот, и пользователь заранее указал, например, NNN, вот вы можете видеть, и, соответственно, как только пользователь указал NNN, мы можем получить PNS, да, переменную PNS. PNS — это список, да, из purchase number, то есть уникальных идентификаторов процедуры. Как только мы получили список этих уникальных идентификаторов, мы идем, например, в базу, которая называется, сейчас не вижу ее тут. В общем, еще, да, одна база есть у нас, она называется актуальные процедуры. Вот. И по этим purchase мы вытягиваем уже значение этих полей, то есть текстовое описание, вот, которое, собственно, вот вы видели, оно отправляется пользователю сообщением. Да, я затронул тему, один слайд назад, про многопоточность и синхронность. Это очень важная, на самом деле, история для функционирования ботов, поскольку у нас получается доступ к какому-то ресурсу осуществляется, и, ну, много пользователей, собственно, обращаются к нашей системе, и поэтому надо как-то распределять нагрузку, распределять вычисления, и, соответственно, как раз-таки с помощью многопоточности и синхронности это можно сделать. Собственно, первая картиночка, первая слагаемая, да, вот нашей суммы — это у нас, значит, видите, что несколько потоков у нас, и каждый поток выполняет отдельно какую-то задачу. То есть вот task 1, task 2, и то есть они выполняются параллельно. Вот четыре задачи до таска выполняются параллельно, четыре потока. Вот, это такая вот
общая идея многопоточности. Вот. А асинхронность — это когда у нас один поток выполняет несколько задач мелкими кусками. Условно, вот вы видите, например, T1, то есть task 1, через какой-то промежуток блоков встречается он еще. То есть один поток выполняет несколько задач, разбивая вот их на такие маленькие части. Соответственно, если эти два подхода как-то суммировать, то получится, значит, многопоточная синхронность. То есть, когда у нас несколько потоков работают асинхронно, то есть выполняют вот какое-то действие кусками. Вот. Почему это важно в чат-ботах? Потому что доступ, опять же, к потоку управления он замораживается, например, если мы условно запускаем какой-то бесконечный цикл. Вот. А в этом бесконечном цикле мы, допустим, хотим вот, по надобности обращаться или ну, как бы использовать, да, поток ввода-вывода. И в стандартном программировании, которое вот, первый уровень, мы как бы это делать не можем. Поэтому здесь как бы, нам помогает как раз-таки асинхронное программирование. Вот. И, собственно, вот, в основе асинхронного программирования и многопоточности лежат вот такие концепции именно про работу процессора, про выполнение каких-то команд, да, процессором и так далее. Соответственно, вычислительные ресурсы. Вычислительные ресурсы — это тоже важная история в создании любой системы, будь это мобильное приложение, опять же, веб-сервис или чат-бот, или какой-то алгоритм. В общем, когда мы говорим о каком-то чат-боте плюс искусственный интеллект, то есть какие-то алгоритмы, мы как за вычислительные ресурсы обращаем внимание на количество ядер и на размер оперативной памяти. Собственно, вы можете видеть это скриншот терминала, да, скриншот ресурсов одного из наших серверов. Вот, он не сильно мощный, но при этом тут 8 ядер, 16 гигов оперативки, соответственно, он просто работает 24/7, там обучаются какие-то модели, стоят некоторые боты, и, соответственно, мы вот обращаем внимание как раз-таки на количество вот ядер. Вот как раз-таки про многопоточность, что я говорил на предыдущем слайде, это как раз-таки вот если у нас условно какой-то процесс очень ресурсоемкий, то у нас условно все вот эти вот 4 ядра будут забиты на 100%. Вот. И такое на самом деле часто бывает при обучении вот алгоритма какого-либо сложного. Вот, собственно, еще важный момент необходимо упомянуть при разработке чат-ботов — это взаимодействие с API Messenger. Мы работаем с Telegram в рамках, допустим, этого мастер-класса. И важно понимать, что телеграммовская API предоставляет нам возможность получать обновления. То есть вот вы можете видеть URL в браузере. То есть тут условно мы обращаемся к сервисам Telegram API, вводим токен своего бота. Токен, на самом деле, вот сейчас акцентирую внимание ваше, токены вот так светить вообще нельзя, потому что токен — это как пароль, идентификатор очень важный, поэтому необходимо вот таких не допускать вещей. Ну, тут демонстрационный бот, поэтому, в принципе, не важно, что я тут его засветил. Вот. И, соответственно, get updates, то есть когда какое-то любое действие происходит с вашим ботом, условно, вы пишете ему сообщение. На сервера Телеграма отправляется, соответственно, вот такой вот JSON-строка, да, в которой, соответственно, вы можете вытянуть вот поля, например, вот message ID или user message, да, first name, например, вот имя человека, который писал, и так далее. Соответственно, это апдейты, то есть и все, вот если, допустим, вашим ботом пользуется очень много людей, то вот этот getUpdates раздел на сервере Телеграма, он заполнен тысячами, если у вас 1000 пользователей одновременно тыкает, тысячами сообщений. И как раз-таки задача бота, именно вот как раз-таки в пулинг-подходе, состоит в том, что обработать все эти входящие по вот этому разделу сообщения.
Вот, соответственно, каждое сообщение, например, видим, да, что это сообщение, например, и видим, какой контент оно содержит. Например, текст. Значит, мы его обрабатываем как текст. Или, например, сообщение содержит картинку. Мы его обрабатываем как картинку. То есть это все решается именно на стороне уже Питона. Но при этом API телеграмовская позволяет нам в данном случае взаимодействовать вот именно с пользователем. В таком виде, то есть, точнее, пользователю взаимодействовать вот с нами. Вот, собственно, это первый подход в пулинг, второй подход — веб-хук. Веб-хук на самом деле отличается не сильно кардинально, то есть тут мы ходим по API телеграмовскому для получения апдейтов, то есть обновлений, да, каких-то состояний, появления новых сообщений. А, например, веб-хук, он позволяет сделать так, чтобы сам сервер Телеграма отправлял нам пост-запрос на наш сервер. И мы этот пост-запрос уже в соответствии там, с его содержимым обрабатываем. Вот, собственно, два подхода. И их тоже как бы важно понимать и знать о них. Вот, при проектировании любых вообще, ну, систем. Вот, соответственно, сейчас я расскажу немного про библиотеки для питона, для ботов, которые мы используем при создании. Это библиотеки, вот первые три — это для асинхронного программирования, то есть IO HTTP — это для асинхронных HTTP запросов, AsyncPG — это для SQL запросов базы данных, тоже асинхронных, и Async.io — это вообще асинхронное программирование, то есть по факту вот Async.io — это такая образующая библиотека, на которой базируются как бы предыдущие две библиотеки и последующие. То есть вот понимание вообще асинхронного программирования на питоне и вообще в любых языках, то есть вот именно Async.io в случае с питоном, она такая вот образующая и фундаментальная, и на основе этой библиотеки написано вот очень много уже последующих библиотек. Например, IOGram, вот следующая библиотека для Телеграма. Вот, собственно, опять же, можно и писать руками. Можно и писать руками эти HTTP запросы. Но тогда, опять же, если вы не используете асинхронное программирование, то вы поймете, что вы не можете делать многопользовательские какие-то истории. А, например, IOGram — это библиотека, то есть комьюнити разработчиков, как бы open-source все это проекты, и комьюнити разработчиков заморочилась и обернула условно все эти HTTP запросы в синхронность и, соответственно, выдали нам вот такую вот библиотеку синхронную для Телеграма. Вот. И вторая библиотека для Телеграма — это PyTelebot. Это уже синхронная библиотека, но при этом все равно, если, опять же, включить голову и продумать логично архитектуру, в каких-то случаях можно обойтись и синхронной библиотекой, вот, например, PyTelebot. Вот, собственно, я думаю, на этом слайде все. Так, во-первых, еще вопрос всегда интересует нас. У нас комп, да, он как бы держать его постоянно включенным нам нет смысла, потому что, ну, как бы хочется его выключать хоть когда-нибудь, хоть на ночь, да. Поэтому, собственно, возникает вопрос, а где запускать наших ботов? И, к счастью, есть решение. Решение в виде крупных корпораций, которые предоставляют ресурсы для вот таких вот историй. Ресурсы в плане вот виртуальных машин есть. Amazon, значит, является крупной компанией, которая предоставляет различные облачные вычисления. Вот, и, соответственно, Amazon Web Services — это амазоновский, да, проект, который вот, собственно, предоставляет доступ к виртуальным машинам. И что можно из этого получить? Например, можно получить простую виртуальную машину, условно удаленный компьютер, к которому вы подключаетесь там либо через PuTTY, либо по SSL. Вот. И, соответственно, как-то с ним работаете. И второе, это вы можете получить $100 на использование сервисов. На использование сервисов, да, амазоновских, и уже считать, например, какие-то сложные там алгоритмы машинного обучения. Вот. Поэтому этой возможностью, я считаю, надо пользоваться. Поэтому все бегом, да,
получать виртуальные машины на Amazon. Вот первый пункт, то есть, как бы, во-первых, интересно самому разобраться, как это вообще, то есть, там, да, удаленная виртуальная машина. Вот. А во-вторых, можно уже запускать какие-то наработки, какие-то скрипты, например, питоновские или на другом языке программирования, чтобы они условно там автономно считались. Вот. И как бы на этом презентация заканчивается, и мы переходим к практической части, но хотел отметить еще такой важный момент, что на самом деле вы можете писать в личные сообщения, я позже оставлю ссылки на социальные сети свои, или, ну, в общем, да, и мы создали бота нашей командой, вот, собственно, бот задает три простых вопроса, и, соответственно, вы можете пройти эти опросы, вот, и оставить какой-то запрос, например, вам там непонятна какая-то там условно тема, или вы не знаете, с чего начать, вы не знаете, например, какие ресурсы, вот, на каких ресурсах начать обучение, да, какой-то теме. Вот, и, собственно, если вы пройдете опросы в этом боте, мы обязательно все просмотрим, вот, и свяжемся с вами, и подскажем, вот, как лучше вам поступить вот в этом огромном, интересном мире IT-технологий. Вот. Так, а теперь мы, значит, попробуем... Перейдем к практической части. Практическая часть состоит в том, что мы сделаем собственного бота сделаем. Вот. И запустим его. Соответственно, давайте я сейчас расскажу немного про бота. В общем, как я уже сказал в начале, мы будем делать чат-бота в Телеграме, который, значит, будет взаимодействовать с нейронной сеточкой. Вот. Нейронную сеточку мы сейчас тоже обучим, напишем data loader. Вот. И, соответственно, вот, давайте приступим. Получается, для этого мы будем использовать Google Colab. Вот, собственно, я позже тогда прикреплю к нашей трансляции ссылочки, да, листинг с комментариями. Да, я позже, значит, после трансляции выложу все ссылочки, которые будут сейчас затрагиваться в разработке. Вот, собственно, первая ссылочка – это датасет. Скачать надо датасет, вот будет. Ну, об этом позже. Собственно, он у меня уже выложен на Google диске. Вот, поэтому как бы, меня особо не интересует. Вот. Так, давайте приступим. В общем, мы будем использовать Google Colab. Colab – это, опять же, тоже альтернатива виртуальным машинам в каком-то плане. То есть здесь Google предоставляет различные вычислительные мощности, в том числе видеокарточки для различных вычислений, то есть обучения нейронных сетей для различных вот вычислений. Соответственно, давайте приступим. Первый блок разработки это будет как бы создание и обучение нейронной сети. Собственно, все вообще всегда начинается с импорта необходимых библиотек, поэтому давайте приступим. Я думаю, сейчас я буду писать код, вот, и уже после того, как я напишу, я буду пояснять, ну, то есть, какие блоки вот я использовал и что за что отвечает. Вот, я думаю, в таком формате мы сейчас будем. Если хотите, если на самом деле позволяет именно ваши скиллы, то вы можете, опять же, параллельно со мной зайти на Google Colab, завести там аккаунт гугловский и тоже писать код. В принципе, это будет тоже очень круто. Вот.
Так, соответственно, первый блок импортов. Это первый импорт, это NumPy, питоновская библиотека для различных математических вычислений, работы с матрицами, тензорами, различными операциями в них. Matplotlib — это библиотека для визуализации, то есть различные графики, гистограммы, распределения и так далее. OS — это модуль для работы с файловой системой. CV2 — это библиотека компьютерного зрения. Очень интересный функционал, да, она в себе представляет. Соответственно, TQDM ноутбук — это библиотека для отслеживания прогресса выполнения какого-то вашего цикла. Вот, и вот from pill я делаю import image. Это опять же для того, чтобы мы впоследствии смогли наши изображения как файлы перевести вот в цифровой вид. Вот. Соответственно, я забыл упомянуть, что вычисления надо производить на видеокарте, поскольку вообще, ну, наши нейронные сети можно считать как на видеокарте, так и на наших процессорах ЦПУ. Но на видеокарте NVIDIA очень сильно углубилась в это и настолько оптимизировала, что на видеокарте считается тензорные вычисления на видеокарте производятся с кратным, собственно, вот увеличением. Поэтому необходимо, опять же, когда вы, допустим, какую-то нейросетку делаете в коллабе, сделать change runtime сделать на какой-то другой, вот. Точнее, не на какой-то другой, а на GPU, да, то есть наша видеокарта. Вот. Собственно, делаем потом сейчас импорты всего, что нам нужно для нейронной сети. Это мы используем, опять же, мы используем open-source библиотеку PyTorch. Torch, вот, и мы делаем Torch. Import Torch, вот. Соответственно, и дальше. Импортим различные тоже необходимые нам библиотечки. Так, точь. Ну, SF, Tom Torch, так, собственно, здесь мы заимпортили весь блок, связанный с нейронной сетью, сеточкой. Сеточки, значит, да. Вот, и, значит, Torch — это, я как сказал, это open-source библиотека. Torch Vision — это тоже подразделение, как бы, Torch'а, связанное с изображением, именно с изображениями, вот. NN — это модуль, именно Neural Network расшифровывается. Optim — это там различные оптимизаторы нашей нейронной сети будут. Functional — это различные функции активации, например, для варьирования каких-то блоков. Вот. И Torch Vision, Dataset, Transforms и Models. Опять же, здесь именно мы импортим, ну, нас интересует конкретно в нашем случае Transforms. То есть это такой модуль, который позволяет трансформировать как-то наше изображение. Вот. И Dataset и Data Loader. Data Loader, вот сейчас мы его тоже напишем. Это такая важная тема, поскольку хранить в оперативке полностью весь набор данных
нет смысла, во-первых, просто оперативки не хватит. Поэтому Data Loader — это условный итератор, который обращается к файловой системе и подгружает наши данные кусочками. То есть не все сразу, а вот именно по частям. Вот. Так, поэтому давайте сейчас приступим, значит, пишем следующую историю. То есть нам надо выбрать устройство, на котором мы будем работать. Так как мы все-таки активировали режим работы с видеокартой, поэтому мы пишем, значит, torch is... Так. Available CPU. Вот. И сделаем print девайс. То есть мы посмотрим именно какой девайс мы будем использовать. Вот, собственно, запускаемся. Так, пишет, ну, available. Странно. Так, а, конечно, да. Torch CUDA. CUDA это тоже вот как раз-таки драйвера NVIDIA, которые, собственно, позволяют нам. Вот, видите, print CUDA, поэтому все, мы сможем успешно сейчас обучаться на нашей видеокарточке. Вот. Соответственно, давайте теперь, у меня Google диск сюда привязан, сразу же вы потом по ссылке выкачаете этот датасет, вот, и, соответственно, распакуете его, вот, и положите, опять же, ну, на коллаб, вот. Соответственно, мы что пишем? Мы пишем unzip. Когда мы ставим восклицательный знак, мы используем не питоновскую команду, не питоновский код, а вообще именно коллаб понимает, и Jupyter Notebook, если вы работаете в Jupyter Notebook, понимает, что вы именно хотите в консольную какую-то команду написать. Поэтому мы пишем unzip и указываем путь до нашего архива, да. Архива с датасетом обучающим. Так, my... Драйв он лежит. Так. Вот, собственно, выполнилась команда unzip, то есть у нас наш датасет лежит в запакованном архиве, и мы хотим его распаковать и вытащить, соответственно, из него файлы содержимое. Вот. Соответственно, в нем тогда мы видим, что в нем содержится, значит, пример с admita, но это нас не интересует файл, и два архива, test и train. Вот, собственно, они вот уже появились здесь, вот вы можете видеть. Теперь нам надо их распаковать. Таким же образом, unzip и указываем путь до файла, они уже лежат в нашей директории, поэтому мы просто пишем unzip train-zip. И там уже содержится 25 тысяч размеченных картинок с изображением котов и собак. Вот. Так. Сейчас откроем вывод. И то же самое мы проделаем с unzip. Zip test, test1.zip, да? Так, распаковали. Отлично. Еще очень много предстоит, на самом деле, работы. Вот это только самое начало. Вот, распаковали файлы. Теперь мы должны написать дата-лоудер. Вот, чтобы написать дата-лоудер, нам надо сначала путь до вот этих вот папок с картинками, собственно, написать. Вот. Так, странно. Ладно. Так, пишем train dir равно train. Директория для обучения такая у нас. Директория для теста. Соответственно, тест. Тест dir равно. Вот, собственно, вот эти папки мы указываем. И пишем train files. Files. D.
clear. Кстати, то же самое пишем для test. Test files равно os list dir. Соответственно, вот мы импортили высший модуль OS, и как раз-таки listdir позволяет нам обратиться именно к содержимому этой папки, то есть получить список этой директории файлов. Вот. Затем мы сейчас приступим к написанию класса DataLoader. Вот, поэтому давайте, я думаю, начнем. Вот, класс get docs. Data set назовем его. Вот, и, собственно, он будет наследоваться от класса, который мы заимпортили выше из нашей библиотеки dataset. Соответственно, вот как раз-таки так в Python происходит наследование классов. Вот, то есть вся реализация класса dataset, мы получим доступ, и некоторые блоки мы сейчас переопределим, соответственно, под нашу задачу. Train. Так, соответственно, сейчас пишу. То есть объявляем переменные этого класса. Так, и, соответственно, если у нас наш мод, self mod, равен train, ну, ответвление тут именно переключатель, то есть режимов обучения, либо train, либо test, то есть dataloader мы будем использовать как для теста, так и для трейна, поэтому здесь мы, собственно, это ответвление делаем. Так, in. Вот, и, собственно, мы тут как раз-таки размечаем данные, то есть self file list. Вот, мы берем нулевой элемент этого листа, и, соответственно, как раз-таки там хранятся все наши изображения с меткой 1, то есть изображение с собаками. Вот, и получается, мы присваиваем лейбл единичку. Вот, соответственно, в другом случае мы присваиваем лейбл нолик, потому что там лежат котики. Вот. Так, теперь мы напишем, переопределим, точнее, функцию len. Так, собственно, здесь мы возвращаем длину этого списка, файл лист. Так, тут мы пишем get item. Если, друзья, если есть какие-то вопросы по какой-то строчке или по какому-то блоку, задавайте в чатиках, разберемся, ответим вообще на любые. Так что не стесняйтесь, вот, задавайте.
Так, self-file LDX. Так. Так. Ага. Вот, собственно. Здесь мы, получается, путь указали до изображения и открыли его с помощью модуля image. Применили image open и передали как аргумент сюда имя файла. Соответственно, теперь в зависимости от нашего флага, если у нас выставлен флаг transform, то мы, значит, что делаем? Мы говорим image, наше image, self, функция, которая трансформирует, то есть transform. Соответственно, наше изображение трансформируется. Эту функцию мы напишем чуть позже, вот, и мы еще к ней вернемся обязательно. Соответственно, если у нас if self mod равен train, то мы, соответственно, что делаем? Мы делаем следующее. То есть мы наше изображение. Наше изображение еще применяем NumPy. Получается, когда мы применяем к изображению NumPy, то есть мы получаем объект NumPy. Вот, то есть матрицу, точнее тензор, вот, и мы с ним уже дальше будем работать. То есть тензор это получается матрица-матрица условно, вот, а матрица это просто условно список списков, вот так, если не знали. Так, делаем type. Обязательно кастинг float 32, поскольку вообще наше изображение представляется в виде чисел, да, то есть у нас изображение RGB, и значит у нас три матрицы, вот три матрицы как раз таки образуют тензор. Каждая матрица это каждый канал изображения, то есть R это red, соответственно там значение от 0 до 255, вот, соответственно, показывающий насыщенность, да, этого, ну, точнее, каждый пиксель, да, то есть кодируется таким образом, вот. И, соответственно, вот эти вот три матрицы накладываются друг на друга, то есть три этих канала, и получается у нас уже и финальное изображение. Так, лист. Вот. Мы возвращаем, значит, что возвращаем? Возвращаем изображение наше, которому мы кастинг float 32 тип данных. И возвращаем список файлов, именно, точнее, имя файла, то есть с этим вот ID-шником конкретным. Вот, иначе мы пишем, значит, что? Ой, я запустил. Так, иначе мы пишем, значит, image равно image numpy. И делаем return. То же самое, собственно. Вот, 32. Self. File. List. IDX. Так, вот, собственно, класс написан. Сейчас запустим его. Да, класс написали. Теперь вот как раз-таки, помните, я говорил, вот именно transform поговорим. То есть как мы будем трансформировать наше изображение. Мы, опять же, заимпортили модуль именно из библиотеки PyTorch, который называется Transforms. Вот, соответственно, там можно указать вот различные преобразования с вашим изображением. Соответственно, давайте сейчас вот этим займемся. Data Transform. Compose. И передаем, значит, конкретно вот уже сюда изменения, которые мы, собственно, будем делать с нашим изображением. Вот, поэтому давайте. Кстати, вот что удобно, именно в коллабе выпадает подсказочка. То есть я вот пишу Compose on, то есть подписывает нам конкретно вот с чем мы работаем. И это очень тоже полезная, ну, полезная вещь.
Соответственно, вот этим методом, опять же, мы рандомно меняем цветность, контрастность, то есть различные характеристики как бы нашего изображения визуальные. Random crop. Random crop это, собственно, она рандомно отрезает кусочек нашего изображения. То есть вообще мы сейчас делаем важную вещь, потому что в обучении нейронной сети важно, ну, если вы хотите получить нейронную сеть с хорошей обобщающей способностью, то как раз-таки вот то, что мы сейчас занимаемся, это называется аугментацией. Аугментацией с фотографией. То есть мы различными синтетическими преобразованиями сэмплируем, условно, наш датасет, и в итоге получается, что наша нейронная сеть видит, например, картинки, под разным углом, с разным размером, да, вот кроп как раз таки разных размеров окна он вырезает, вот. И вот как раз таки такой подход аугментации в работе с картинками позволяет нам добиться собственно хорошей точности, вот. Так, нас интересует horizontal flip. И вот финальный to tensor, то есть к объекту tensor мы ее, собственно, приводим, эту картинку. Вот. Давайте теперь, собственно, наши файлы мы будем уже как-то передавать вот в эту историю. Так, соответственно, мы просто выбираем список из папки train, да, который содержит, собственно, наши классы. Вот. Теперь давайте cat. Dog.set. И как раз-таки передаем туда первым нашим аргументом файлы, вторым аргументом просто директорию, где эти файлы содержатся, и передаем аргументом функцию, которая будет трансформировать да, наше изображение. Data transform. И то же самое проделываем для docs. Так, значит, сюда мы пишем dog. Train.dir. Ага, так, все так. Вот, и теперь мы давайте сейчас сделаем уже concat получается. То есть объединим эти два объекта. И передадим это все в наш data loader. Batch size обязательно сейчас поясню, да, что это такое. 32 и shuffle true. Запускаем. Так, опа. Угу. Ну да, без опечаток никак. Так, тоже not defined. Сейчас будем разбираться. Ну, конечно. Вот, ура, собственно,
Batch size. Что такое batch size? То есть мы обучаем нейронку нашими, в общем, нашими файлами, да, но распространена практика в глубоком обучении обучать батчами. Батч — это такой набор, и размер этого набора файлов, он, соответственно, меняется, изменяется. Вот. И мы, например, ставим дефолт на 32. То есть у нас, получается, будем обучать нашу нейронку пачками, условно, такими, из картинок, где каждая пачка содержит по 32 картинки. А shuffle true означает то, что мы рандомно перемешаем наши картинки так, чтобы избежать каких-то повторений, например, ну, каких-то нежелательных нам случайных размещений, которые как бы могли быть заложены именно при создании датасета. Например, бывает такая ситуация, когда мы, например, нашу выборку обучаем только на одном классе, то есть мы не пошафлили, не перемешали наши данные, и обучили только на одном классе, а при этом класс, например, отрицательный попал в тестирующую выборку, и у нас модель просто не сможет классифицировать, вообще не сможет работать, потому что она просто отрицательный класс, нулевой класс, не видела. Поэтому шафл важно делать всегда. Вот, get files. Так, нет, не-не-не-не. Делали. Так, сейчас мы, собственно, что сделаем? Посмотрим, как вообще размещаются эти картинки там, в этом дата-лоудере. Запросим сейчас один. Так, labels. Iter. То есть это итератор. Дата-лоудер — это итератор. Вот. И мы к нему применим next. То есть next — это прокрутка его. То есть условно он бежит уже на следующем шаге в нашу файловую систему и берет уже следующий по очереди набор данных. Так, и мы, собственно, хотим посмотреть вообще, как вот они выглядят у нас. NumPy, да? Угу. И что мы еще хотим сделать? А, я самое важное забыл-то. Так, сейчас. Так, ага. Торч. То есть мы сейчас формируем сетку, вот, на которой мы разместим наши объекты, наши изображения. Samples. Ну, сделаем условно, давайте для примера Т4, да, посмотрим. Вот, и, соответственно, что дальше? Дальше мы должны применить, во-первых, да, переменную назвать по-другому, grid images. Вот, то есть это будут наши изображения, условно, наши матрицы, да, на сетке. Ну, тензор, изображение тензор. Вот, на сетке. Вот, и мы сейчас делаем pull им show. То есть, опять же, обращаемся в библиотеке matplotlib и делаем им show, то есть image show. И передаем туда следующий объект. Transpose — это функция такая, которая позволяет нам... так, сейчас разберемся с ошибкой. Local variable image. Угу. Так, ну что он ругается сейчас? If self-transform image local variable image reference before assignment. Угу.
Так, ну давайте смотреть, что не так мы сделали. Получается, класс объявили, соответственно, функцию. Давайте смотреть функцию, что здесь не так. То есть, self прием, list, да, div, mod и transform none. Угу. Self list даем, директория, мод и наше преобразование. Угу. If self mod равен train. Так, if dog. Угу. В нашем списке label единичка. Так, дальше мы идем. Так, return длина self file list. Угу. Image. Так, а слушайте, да, у нас-то папки с изображением-то пустые почему-то. Сейчас разберемся, почему. То есть, получилось так, что, видать, перезагрузился. Или изначально они просто не распаковались нормально. Так, сейчас посмотрим. В принципе, угу, понятно, да, в чем ошибка. Так, коллап. Да, такое бывает. Коллап, он не всегда стабильно работает, поэтому как бы стоит иногда, да, тоже брать поправку на то, что вот та система, да, где вы пишете код, то железо, оно не отработает. Хотя вот странно, да, что сейчас это не выложилось. Ну, давайте на всякий случай сейчас перезапустим нашу тетрадку. Вот, и проделаем все шаги заново, потому что такого быть, по идее, не должно. Вот, собственно. Так, сразу выберем runtime type, все у нас стоит. Давайте последовательно еще раз. А, слушайте, у нас файлы наши остались, поэтому давайте убьем все-таки на всякий случай еще раз. Еще раз все ячейки просто активируем. Да, уж коллап прямо подставляет. Так, вот все, мы вернулись обратно к нашему коду. Сейчас мы опять runtime поставим. GPU стоит. Угу. Пробуем заново все проделать. Так, отлично. Ага. Так. Почему файлы все-таки остались? Угу. Так, давайте смотреть тогда ошибка, почему происходит. То есть я считаю, что у нас что-то с файлами.
Вот. Может быть, я где-то печатался. Давайте смотреть внимательно код. Да, коллап виснет. Сейчас разберемся с ним. Да, короче, что-то с коллабом. Ну, сейчас мы заново попробуем все прям сделать. Ну, не писать код, конечно, будем сейчас. У меня есть сохраненная версия, поэтому давайте, чтобы времени сильно не тратить, это все дело мы. Значит, сейчас еще раз все-таки запустим существующие ячейки. Вот. Что мы хотели сделать? Мы первый runtime поставим сейчас другой. По дефолту он GPU, отлично. Вот, и прогрузим сейчас наш диск. Потому что датасет у меня на диске. Так, какой-то просит традиционный код, странно. Сейчас разберемся. А, ну понятно, да. Надо было залогиниться. Сейчас отработает ячейка, и по идее он должен выдать доступ нам в файловой системе, да. Все, вот, все, погнали. Все появилось. Так, соответственно, давайте сейчас заново наши ячейки запускаем все. Так, наш дата-лоудер. Вот, собственно, наша трансформация. И почему-то он говорит, что train files not defined. Ага, ну конечно, да, потому что надо их опять распаковать, то есть, так как мы убили тот старую тетрадку, поэтому нам сейчас надо заново их анзипнуть. Вот, мы, получается, бежим в так, папку drive slash. Так, MyDrive она называется. Так, и файл называется наш zip-архив. Docs vs cats.zip. Вот.
Теперь делаем, ждем, пока оно сейчас все извлекет. Вот, соответственно, делаем unzip опять. Хорошо, трейна и теста, да? Так, трейн делали, тест сейчас. Бах. Запускаем. Вот, отлично, сейчас дата лоудер. Так. Блин, опять коллапс завис, но сейчас, надеюсь, отвиснет. Ага, все, да. Короче, плохая идея все 25 тысяч файлов просить его вывести нам, потому что это очень сильно перегружает, видать, Chrome, то, что он начинает тупить, поэтому так вот лучше не делать, не вываливайте весь список файлов. Вот. Кстати, сейчас надо как-то... Давайте подождем, пока отлагает. И продолжим. Соответственно, что мы вот, получается, получаем? Мы как раз-таки попросили наш дата-лоудер выдать нам, ну, в этом примере 24, да, изображения. 24 изображения. То есть просто на сетке разместить их, показать этот пример, да. И вот этот np-transpose, он меняет, то есть они размещаются, файлы там немножко по-другому, он меняет именно shape. Вот. Давайте приступим теперь к модели. Получается, модель сама, мы возьмем все-таки предобученную нейросетку. Потом, в чем преимущество предобученной нейросетки? В том, что, во-первых, архитектура достаточно сложная у данной сети. Она содержит очень большое количество внутренних слоев, очень большое количество различных сверток, пулингов и преобразований с изображениями. Вот. И самое главное, что почему мы берем предобученную нейросетку, в том, что она научилась уже на другой задаче. То есть есть очень большое количество датасетов для работы с картинками, и эта сетка научилась, значит, работать и распознавать различные паттерны, более углубленные. Вот. И мы просто просто на последних слоях сделаем классификатор. То есть вот как раз-таки у нас два класса. Вот. И мы просто модуль делаем классифайер и к ней его применим. Вот. Соответственно, что здесь происходит? Здесь мы... последние выходные слои как бы под нашу конкретную задачу бинарной классификации изменяем. Model to device, то есть это как раз таки девайс, это наша видеокарта, и мы должны просчитывать ее на нашем, собственно, видеокарточке, поэтому это тоже необходимо сделать. Cross entropy loss — это функция потерь, которую мы будем оптимизировать в процессе обучения. Эта функция, она часто применяется в задачах бинарной классификации. Вот, там есть достаточно интересное математическое объяснение, но я думаю, не стоит сейчас время акцентировать на этом. Собственно, Adam — это сам наш оптимизатор, то есть именно каким образом будем оптимизировать параметры модели. Это тоже усовершенствованный способ градиентного спуска. Вот. И вот эта строчка говорит о том, что мы наш learning rate, параметр обучения, будем менять как раз таки тоже итеративно, то есть он не будет константным, он будет меняться в процессе обучения также. Соответственно, что мы здесь делаем? Мы говорим, что будет три эпохи, то есть полных три прохода по всему датасету обучающему. Вот, переводим модель в режим
трейна. На всякий случай вводим константы, которые как метрики будем, значит, дальше анализировать вот, и добавлять в этот список нашей метрики обучения. Соответственно, цикл. Первый цикл – это наши эпохи. Давайте тут сразу напишем TQDM. TQDM. Notebook, чтобы видеть прогресс. Вот. И, соответственно, это внешний цикл. Да, внутренний цикл – это уже мы как бы по данным нашим итерируемся. То есть TQDM. Notebook. Вот. Так, импортили мы тут TQDM. Так. Давайте поменяем. Так, вот. Угу. Так, заимпортили TQDM. И, соответственно, что мы делаем? Мы, опять же, вот наш Data Loader считывает samples. Samples — это наше изображение. Labels — это метки, классы, да, к которым мы относим это изображение. Optimizer grad — мы как бы на каждой итерации мы должны именно занулять наш градиент, потому что он вычисляется вот на каждой итерации для оптимизации параметров. Соответственно, мы передаем наши данные обучающую модель и получаем какой-то output. Дальше мы этот output передаем. Output — это по факту лейблы, то есть метки класса, которые предсказала наша модель. И вот функция как раз-таки cross entropy loss, она нам посчитает как раз-таки loss, ну, то есть наши потери, то есть насколько мы неверно угадываем какой-либо класс. Вот, дальше мы делаем backward, это мы, то есть, обновляем веса, делаем шаг оптимизатора, и, соответственно, тут мы просто для отслеживания этапа обучения просто добавляем loss, вот. И делаем шаг еще этим объектом, чтобы наш learning rate тоже менялся, вот, итеративно. Соответственно, и нас интересует, например, достаточно долго времени будет занимать обучение, вот, и нас интересует смотреть, на самом деле, прогресс, вот. И прогресс мы можем смотреть как раз-таки, на какой-то, допустим, в определенных итерациях, вот. И, соответственно, когда у нас первая итерация получается в эпохе, вот, мы, собственно, выводим прогресс. Вот. И дальше мы его, собственно, выводим в виде графика. Ну, давайте запустим обучающий процесс. Он достаточно долгий, поэтому я предлагаю сразу сейчас начать писать, разбираться с модулем про нашего бота. Вот. И дальше мы, собственно, подключим, я думаю. Так, это нам интересует. Это ставим. Так, пока наша нейросетка обучается. Вот, мы сейчас поговорим про нашего бота. Собственно, ботом, как я и говорил, мы будем писать на библиотеке PyTillybot. Вот, поскольку она, очень простая в плане реализации. Вот, и, в принципе, как бы для этой задачи нам особо многопоточности не нужна. Поэтому, друзья, давайте приступим. Прежде всего, когда просчитается наш тот цикл с нейронкой, мы должны будем заинсталить, во-первых, библиотеку PyTillybot. Так, нет, она называется PyTillybot, но при этом инсталится как другому Telegram Bot API. Собственно, давайте сейчас немного наведем порядка в логике. Напишем, что это раздел у нас отвечает за бота. Так, отлично. Это мы установим. Вот. И теперь давайте напишем, собственно, бота нашего. Мы говорим import telebot.
from или bot input types. Bot. Создаем объект класса или bot. И здесь мы должны указать свой токен. Токен позже укажем. Вот опять же, как вы поняли, токен — это такая вещь, которую лучше не светить, но при этом тут токен мой учебный, поэтому ничего страшного, я потом все равно его удалю. Фото. То есть логика какая? Мы хотим сделать бота, которому в чат мы отправляем фотографию котика или собачки, а нам нейросетка наша обученная говорит, собственно, кто на изображении. Вот. А здесь мы написали handler. Handler, он позволяет нам активировать функцию при, соответственно, каком-то условии. То есть мы указали, что у нас content type, то есть тип нашего контента — это будет фотография. Вот, соответственно, сейчас давайте и напишем это. И сразу хорошим тоном вообще является использование try catch, поскольку могут выпадать какие-то ошибки. Если ошибка выпадает, то сразу исполнение нашего бота прекращается. Нас это не устраивает. Так, зачем запустил чейку? Нас это не устраивает, поэтому надо оборачивать в try catch желательно все. Ну-ка давайте посмотрим. Вот у нас уже как бы первая эпоха почти завершилась. И вот вы можете видеть, как наши метрики меняются. Всегда loss на обучении должен падать, то есть функция потерь, функция ошибок, да, как часто мы ошибаемся, нужно падать, а accuracy, то есть точность, это доля правильно угаданного класса, она должна расти. Вот, и вы можете видеть, что как бы сейчас у нас наша сетка с 90% может угадывать, вот, собственно, кто на изображении. Вот. Ну, это стоит опять же упомянуть, что это датасет train, то есть обучающий. Как она проявит себя именно, когда мы сейчас будем смотреть, да, мы вот и узнаем. Файл ID. Берем ID-шник нашего файла, то есть это уже на серверах Telegram. С помощью телеграммовского API мы берем ID-шник и получаем различную информацию об этом файле. Так, соответственно, давайте мы сейчас... То есть файл хранится на телеграммовских серверах, и поэтому нам как бы надо получить путь до него. Вот. Но при этом, конечно, мы понимаем, что они все изолированы друг от друга, и это именно только вот доступ именно к файлам этого бота. Вот мы можем получить. Так, давайте его все-таки сохраним локально на нашу машину виртуальную. Вот. Так, то есть только new файл, да? Так, new файл. Ага. Так, все, мы его сохранили. И теперь как бы самое интересное, то есть мы опять его считаем.
Вот, и применим на самом деле все вот эти трансформации, потому что нам наша нейросетка принимает на вход только файлы, ну, определенных форматов. Это размер, ну, ширина и высота. Поэтому нам надо применить те же самые трансформации, которые мы применяли и для обучения. Вот, и, соответственно, сказать, что опять же device. Вот, output. Output мы говорим, что model. Опять же, сейчас обучим, сохраним веса. То есть, как будто все-таки у нас процесс был непрерывный. Ну, разделим, да, логический процесс. То есть, сохранили веса и заново заимпортим опять модель, чтобы вы понимали, чтобы как бы обучать и сразу тут бота прикреплять нет смысла. То есть, допустим, условно, какой-то проект создаете, вот отдельно обучили нейросетку, сохранили веса, сохранили архитектуру, вот, а, допустим, уже в другом каком-то месте вы просто загружаете эту нейросетку, загружаете веса, вот, и ее используете. Вот. Ну, я потом тогда, давайте уже, когда мы сейчас обучимся, поясню, что это такое тут происходит. Макс. Так, ну, собственно, получается, в переменную пред мы, собственно, получаем наш класс. То есть, как мы и сказали, нолик это у нас котик, а единичка это песик. Поэтому вот тут будет ветвление на основе вывода. И давайте, собственно, уже сделаем так, чтобы мы могли отправлять сообщение обратно в чат. Send. Мы передаем функцию send message у бота, она принимает на вход, значит, ID-шник чата, в котором мы это сообщение передаем, и принимает текст, который мы передаем. Давайте напишем это. Вот, и что еще? И parsemode желательно, да, но я думаю, без него можно обойтись, потому что ну, особо мы никаких стилей к тексту не применяем. Вот, else, да, что у нас else? Bot. Send. Message. Отправляем сообщение также. И давайте то же самое. Копируем просто. Так, и напишем, что это. Например, да, вот так. И что дальше? Дальше нам надо. Так, все, на самом деле тут как бы реализация именно функциональности закончилась. Сейчас мы только accept напишем. И сделаем bot reply. Ну, на самом деле, давайте просто, если какие-то ошибки будут возникать, будем просто принять Е, бота ничего отправлять не будем. Вот, и, собственно, такой простенький бот. Вот, но сейчас нам надо еще разобраться с нейронкой. У нас она почти обучилась, последняя эпоха. А, на самом деле, вот сразу можем заметить, то есть тут не самый лучший именно может быть способ классификатор прикреплять к ней. Поэтому это можно вот как раз-таки заметить на основе того, как меняется accuracy у нас. То есть явно что-то не то происходит. Вот, по идее, такого быть не должно. То есть, как бы, все должно монотонно, лосс должен монотонно убывать. Ну, в идеале, да, когда мы серьезные какие-то вещи делаем. А accuracy должно монотонно вот возрастать, да, на наших вот итерациях. Но, как бы, вот, по предварительному я не вижу, как бы тут. Ну, опять же, сейчас посмотрим, да, что у нас получилось. Вот. И давайте я поясню, вот что здесь написано. То есть мы сохраним наши веса,
как бы как словарик, нашу модель сохраним вот в этот файлик. Файлик вот с таким расширением. И уже, значит, что мы попробуем сделать? Мы попробуем опять заимпортить эту модель. Кстати, вот это не нужно. Вот это лишнее. Попробуем опять, то есть сохраним эту модель, файлик, и попробуем из файлика ее как бы считать обратно. Вот, для этого нам надо написать следующие строчки. Модул. Точнее, даже можем скопировать, потому что это уже объявляли. То есть мы берем за основу предобученную уже модель. Поэтому нам как бы опять надо ее взять. Угу. Так, и что сделать? И в принципе, вот это вот тоже взять нам надо. Вот, и что, опять же, ну тут это я пояснял уже, я думаю, не требует пояснения. И мы опять же говорим model to device, то есть новая модель. Вот, и опять же, вот о чем я и говорил, все, наша модель все-таки обучилась, давайте сохраним ее, файлик. Вот, все, успешно, видите, лосс падает, и в принципе, ну опять же, мало итераций просто, чтобы получить какое-то качество, 3 итерации. Все-таки, мне кажется, недостаточно. Поэтому, ну вот, можем видеть, что accuracy у нас все-таки как-то криво, но растет. Но, опять же, в идеальных, как бы, нормальный результат, это когда у нас монотонно убывает лосс, монотонно растет accuracy. Вот, accuracy это точность. Вот, собственно, давайте сейчас еще раз модельку нашу... как бы уже как будто вторая модель, да, то есть мы там обучили, тут мы ее сейчас опять, ну, по факту мы просто переменную переопределяем, но можно как бы это делать вообще в рамках разных традок, в рамках разных файлов, вот, и мы, значит, пишем такую команду, не команду, а метод называем load, то есть мы загружаем из, соответственно, словаря нашего и torch, вот. И как бы имя нашего файлика указываем. Вот. Собственно, да, видите, successfully все загрузилось. И мы теперь пишем, значит, model eval. То есть это флаг такой, когда мы модель как бы в evaluation режим оценки выставляем. И как бы можем уже с ней работать. Вы, кстати, тут видите, принтится все слои, которые мы взяли из предобученной модели. То есть вы увидите, насколько реально тут сложная предобученная модель из многих слоев. Поэтому, опять же, стоит это понимать. Вот, и проще реально вот иногда взять что-то, заимпортить предобученное, чем самому вот писать. И вот как бы наш классификатор вот тут тоже имеет место быть. Наш как бы вот... Две категории, да, то есть вот это вот все, условно, мы вот с самого верха дали наше изображение на сверточный слой, он, все слои, наше изображение прошло, вот, и результат, как бы, этих вычислений сжался до двух значений, которые, как бы, мы интерпретируем как вероятность принадлежности к классу. Так, да, интересно, все, ну, закроем. И теперь, опять же, теперь я хочу пояснить вот такую вещь, что мы, во-первых, получили наше изображение из бота, опять же, его сохранили на нашу виртуальную машину, считали его, соответственно, применили к нему трансформацию только. Так, сейчас я... Не текст трансформ, явно не текст трансформ, а просто... А, тест трансформ, да. У нас все-таки есть для теста, ну, условно, другой другой модуль, да, который ресайзит наше изображение в необходимом размере, то есть, да, 128 на 128 пикселей, и превращает его в тензор. Вот, и, соответственно, что мы делаем? Мы говорим тест трансформ.
применили, затем передали на видеокарту и как бы получаем output. Вот этот вот unsqueeze применили для того, чтобы добавить лишнюю размерность, потому что мы обучали на бачах, в баче 32 изображения было, а мы передаем как бы просто матрицу, да, условно 180, точнее, ну, тензор, да, передаем, у которого размерность 3, то есть 3 наших матрицы на каждый RGB-канал, плюс 128 и 128 пикселей матрицы. Вот, и, соответственно, нам надо добавить еще мнимую одну размерность, чтобы как бы модель его считала. И, соответственно, модель выдает output. Output два значения, и вот функция argmax, она, получается, берет индекс, берет индекс того, тот индекс берет в этом списке, где наибольшее значение. Вот. Соответственно, пред это условно наша вот предсказанная метка. И мы дальше делаем ветвление. То есть, если у нас нолик, то мы говорим, что это котик. Если единичка, то это песик. Вот, запускаем. А, стоп, мы не запускаем, потому что, во-первых, у нас библиотека не заимпортирована. Вот, а во-вторых, он ругается почему-то. Ругается, потому что, да, я опечатался. Библиотека успешно установилась. И токен. Токен. Так, он у меня на бумажке записан. Давайте я сейчас его... Или... Кстати, через ботфазер это делается. Вот. Соответственно, ботфазер. Это токен. Так, надеюсь, он. Ну, погнали. Так, пишет модуль телебот, has not телебот. Ага, потому что я, да, так, ой, нет, большой буквы телебот. Так. Пойдем. Вот. И что произошло? Так, и ничего не произошло. Странно, почему ничего? Потому что у нас так получилось, что... ну, понятно, да, мы не запустили самое главное, мы не запустили пулинг. Вот, пулинг. То есть нам надо его... Вот, собственно, как бы пулинг пошел, то есть бесконечно опрашивает сервера Telegram на какие-то изменения. Соответственно, давайте сейчас мы... Я заготовил специально папочку с разными изображениями. Вот. И давайте теперь мы это все дело протестируем. Так, вспомнить бы еще, что это за бот. Так, давайте. Так, я вчера тоже игрался. Вот, поэтому словно давайте еще раз. То есть обучим. Давайте, допустим, вот покажем такое изображение. Вот. Соответственно, вот. Наша нейронная сеть вот как бы распознала, что это, да, тут Собакин. Собакин моего друга изображен. Давайте теперь посмотрим, как он другой класс детектирует. Это уже мой котик. Вот. И, да, действительно, вы можете видеть, что... наша нейронная сетка как бы узнает паттерн кота. Давайте еще раз попробуем уже другого. Это уже мой второй котик. Вот, и в принципе отрабатывает... Ну, хоть да, у нас были вопросы по поводу убывания наших метрик и возрастания, но при этом все-таки отрабатывает все достаточно точно. Давайте вот такой пример рассмотрим. То есть фотография с человеком. Насколько она распознает, что тут собака находится. Вот. То есть, независимо от того, что посторонние какие-то объекты в кадре, наша нейросетка все-таки обладает хорошей способностью выделения изображений, да, выделения объектов на изображение, классификации, собственно, и все-таки находит объект на изображении. А вот интересный пример. Есть такое изображение, опять же, здесь у нас два объекта расположены. И да, нейросетка все-таки справилась с этой задачей. Просто вчера
когда я готовился вот к этому мастер-классу, я сам запускал эту нейросетку, но я обучал не полностью не три эпохи, а я обучил одну эпоху, ну, чтобы не ждать. Вот. И все-таки интересное прям замечание такое, что когда мы обучили на две эпохи, на одной эпохе я обучил, то вот это изображение наша нейросетка классифицировала как котик. То есть ее, видать, вот этот вот объект как-то смущал, потому что, ну, явно видим два объекта. Поэтому, опять же, интересная как бы интерпретация вот таких вот вещей. Ну, давайте еще пару примеров, я думаю, будем на этом заканчивать. Вот. А вот тут, кстати, да, ложное срабатывание. Вот, но бывает, как бы без этого никак. То есть, видать, просто паттерн такой не распознал. Может быть, реально в обучающей выборке мало было котов, которые лежат вот так вот в таком виде на спине. Все возможно. Вот, давайте вот. Вот этот пример меня еще интересует. Получается, сейчас посмотрим, что нам выдаст наша сетка. Это песик, да, тоже прикольный момент, интересный, потому что, смотрите, опять же, ошибка классификации явная, потому что, скорее всего, опять же, в обучающей выборке у нас такая история была, что паттерн того, что кот находится на улице, плюс у него еще есть какой-то ошейник, он достаточно редкий, и поэтому... Я думаю, вот так произошло вот из-за этого. Но я думаю, увеличив аугментацию, увеличив наш датасет, мы все-таки сможем добиться должного качества нашей модели. Поэтому, да. И, ну, последнее вот наше изображение. Интересно тем, что у нас сливается с накидкой на диван наше животное, и, ну, при этом модель научилась все-таки правильно его обнаруживать, вот, и классифицировать. Вот, друзья, я думаю, на этом все. Напишите, пожалуйста, в чатик, было ли вам полезно. Я обязательно организаторам передам весь код, передам описание и ссылки на датасет, чтобы вы сами могли попробовать проделать подобное. Вот, также презентацию передам. Вот, так что вы можете... Опять же, со мной связаться во всех социальных сетях, вот, условно, пообщаться даже с этим ботом прекрасным, вот, и везде я в социальных сетях, у меня и в Телеграме, и в ВК, вот так вот меня можно найти, PVA22. Поэтому, друзья, я, наверное, завершаю трансляцию, вот, и если будут какие-то вопросы, пишите, я буду рад с вами пообщаться, где-то проконсультировать, где-то подсказать что-то. Вот, поэтому я открыт к общению, вот, так что welcome. Спасибо за внимание.